Так, вот я вам хочу представить, это вишни, в основном все будут семилетки, вот разные сорта, естественно, сейчас плодов нету, потому что все уже давно отплодоносило. Вот, это у нас питомники крупномеров Ярус. Вот, например, что мы сейчас здесь посмотрим, что-нибудь. А вот. Так, это у нас жуковская, вот, вишня обыкновенная. То есть, это все к поставке у нас уже на осень 2019 или на весну 2020. Смотрите, какие хорошие это. Крупномеры уже, в крупномерном исполнении, с красивой кроной. Вот такие семилеточки вишни. Вот здесь полностью вся секция идет с этими, с вишнями. Вот такие они. Крупномеры. А здесь вот у нас идут сливы. Вот, например, слива Ренклод советский. А вот эти сливы, они к продаже или нет? Да. Да? Да. А они сейчас пока без плодов, да? Без, да. Ага. Ну, вот такие вот, видите, они в продаже. А они в как... когда будут в плодоношение вступать? На следующий год. А, на следующий год вот такие. Это получается, какой возраст у них? Пятилетки. Пятилеточки. Вот, смотрите, какие красивые сливы. Вот, в следующем году уже на плодоношение они уходят. Вот, например, это у нас что-то. А, ну это тот же самый. Ренклод советский. Вот можно уже заявочку вот на такие сливы оставлять. В этом году забронировать все. А в следующем году мы можем получить уже весной. Это вот вся секция, да, со сливами? Да? Почти там. А. Угу. Ну, смотрите, какие красивые кроны они. Вот пятилетки. А, ну вот, уже, видите, уже коллеги по цеху начали этот, как его, отмечать. Классные. Вот такие сливы. Ренклод советский. Вот. Такие. В следующем году в плодоношение вступает.